сама. Сегодня вторник, значит, он — это я. Я тебе звоню, position number two. Самый загадочный певец 90-х Кометов сегодня поделится с нашими телезрителями своими самыми откровенными секретами. Довольно часто спрашивают, вы говорят, там, хорошо выглядите для своего возраста. Я говорю, что все это начинается внутри человека, с его внутреннего мира. Вот если во внутреннем мире нет вот этих очагов беспокойства, вот тогда все у вас будет хорошо, и вы будете выглядеть замечательно. Кайметов советует, старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если не получается, совет номер два. Есть такая нынче тема, позабыть про все проблемы, позабыть про все дела. Только ты, только я. Мой совет ко всем, кто меня сейчас слышит, друзья мои, если вот как-то жизнь вам подбросила какое-то испытание в виде стресса, вот то, что у вас хорошо получается, то, что вы с любовью делаете, делайте в этот момент. Играйте на рояле, играйте на каких-то музыкальных инструментах, пойте песни, дарите цветы, целуйте родителей, вот делайте все от чистого сердца, и поверьте мне, и вот произойдет вот это таинство, о котором я только что рассказал. Певец и композитор Кайметов научился трансформировать негативные эмоции в позитивные и советует всем телезрителям делать это только через творчество. Уважаемые родители, вот хочу вам сказать, что любой ребенок – это, конечно же, маленькая личность. И нужно помогать этой личности развиваться самодостаточной и целеустремленной. Для этого нужно помогать. Для этого нужно оберегать, но ни в коем случае не заменять судьбу ребенка своей собственной. Вот, не подменять его ценности своими собственными, а он должен их выработать сам. А уж какие он выработает, это, конечно, зависит от вас. Поэтому нужно с детства вот, уметь вот, совладать своими эмоциями именно через творчество. Тогда все будет хорошо. Меньше проблем в взрослой жизни.